Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу, как приготовить средство, которое используется при гипертонии. Вам потребуется всего лишь 1 столовая ложка сухих плодов боярышника. Кладете в стакан и заливаем кипятком. Теперь настаиваем в теплом месте в течение 2 часов. После этого процеживаем и принимаем по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. Данный настой поможет вам бороться с гипертонией. Средства из плодов боярышника нельзя употреблять при низком давлении, имейте в виду. Используйте старинные проверенные рецепты. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!